Всем привет! Всем привет, привет, привет! Привет, друзья! Всем привет! Шабарин! Оу! Когда твой эффект потертости и потрепанности пройдет? Скоро. Я сегодня лучший мужчина. Покажу. Дела отличные, дела супер. Еду в офис. Ну, вот был сейчас на поляне. Уссурийску тоже большой привет. Оля, не знаю, надеюсь, хорошо. Еду сейчас в офис работать. Питеру тоже большой привет. Омск с нами. Большой-большой привет Омску. Да, с Олей мы расстались. Вот. Буквально сегодня. Вот. Все, сегодня мы с ней расставили все точки окончательно. В общем, я, знаете, друзья, начал гораздо как-то спокойнее ко всему относиться. Вот. Да, какая разница из-за чего. На НЛ, да, реально похудеть. Вот я ж похудел. Нет, на проект я не вернулся. Почему расстались, рассказывать не буду. Вот. Пусть это останется на Олиной совести. Вот. Еду. У меня сейчас одна. Нет, к Аляне не приду тоже, не вернусь к Аляне. Вот. У меня одна цель в жизни сейчас, как можно быстрее начинать зарабатывать много денег. Вот. Ну, не всегда то, что хорошо смотрится, может быть хорошим. Не, на проект точно не вернусь. Я сейчас занимаюсь бизнесом в партнерстве с НЛ. Все об этом знают. Вот. Спасибо, кстати, тому человеку, который мне скинул видеоролики сегодня с утра, которые открыли мне глаза на многое происходящее. Вот, сыночек Лапочка, скоро сыночка Лапочку заберу из Волгограда, будет жить со мной, с папой. Вот. Все у нас будет очень круто. Вообще у меня все складывается очень хорошо. Есть свой дом. Есть ребенок, который сейчас будет жить со мной. Есть бизнес, который я развиваю. Луганску тоже большой привет. Да, сын, ну, папин же сын, конечно. Папин сын, поэтому на меня и похож. Любовь любовью, но на одной любви никуда далеко не уедешь. Должна быть еще верность, особенно со стороны женщины. Вот. Барандин, Антоха, блин, напиши мне в WhatsApp, елки-палки, этот, в топлинке кинь мне там, где сообщение, как попасть в команду. Это, в общем-то, мой номер ватсаповский там. Но нет, согласен, особенно со стороны мужа. Спасибо. Вот, Антох, напиши прям. Так, кто там в офисе? Я еду. Еду в офис. Вот. Немного задерживаюсь. Нет, про НЛ сегодня рассказывать не буду. Роберт сейчас в Волгограде. Вот. Скоро поеду его забирать. Я похудел с помощью продукции NL International. Вот.
кому интересно, можете мне в шапке профиля на топлинк клацать, я там все расскажу. В Наре часто бываю, живу там. Йоси написал в Инстаграме, потому что мы расстались. Я ее... Какая разница? Нет, с Аляной мы не соединимся. На этом, к сожалению, наверное, или к счастью, не знаю, все. В Сочи, блин, был недавно, да, хорошо там. Конечно, с удовольствием съездил бы в Сочи. Вот. Оля с сыном никак не общается. Едем, вот меня ребята решили докинуть. Ну, короче, я еду в офис сейчас. Вот. Такие вот дела. Слава, давай. Слава, слава. Оля у себя какое видео выставила. Не знаю. Ладно, друзья, еду в офис. Кто хочет ко мне в команду на топлинк, клацайте в шапке профиля. Как похудеть, тоже туда же.